Больше мы не услышим Софию Ротару. Это случилось сегодня. Ротару озвучили неутешительный вердикт. Промоутер и генеральный директор компании «Ру-концерт» Евгений Морозов рассказал, что знаменитостей сейчас неохотно приглашают на корпоративы и частные вечеринки. Если же и проводят торжества, то делают это тихо, без шума и помпы, за небольшие деньги. Морозов убежден, что сейчас наступило время экономить. При этом знаменитости привыкли жить широко и роскошно и не хотят умерять своих аппетитов. Цены никто из артистов не хочет опускать, а значит, наши звезды в ближайшие полтора года будут сидеть без работы, либо будут вынуждены опустить гонорар до 500 тысяч рублей, вынес неутешительный вердикт промоутер. В 1998 году гонорар той же Аллы Пугачевой составлял 25 тысяч долларов, а София Ротару, которую называют главной конкуренткой Примадонны, стоила 17 тысяч долларов. Сейчас же цена на хуторянку взлетела аж 4 раза. Вот только сейчас мало кто готов отвалить эти деньги, чтобы пригласить артистку. Промоутер объяснил, почему так произошло. В начале 2000-х годов стали регулярно проводиться различные мероприятия, куда приглашались артисты. Обычно организаторами были бизнесмены, старательно демонстрирующие свой уровень дохода. Таким образом, они пытались произвести впечатление на коллег, чтобы заручиться выгодными контактами и партнерством. Также и со звездами. Если у тебя поют Пугачева или Ротару, значит, ты на коне, уточнил промоутер.